Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тагир Скиф, и у нас Диабло первый, и мы спускаемся на следующий этаж. И что нас тут ждет? И нас тут ждет... Какие-то остатки, остатки чего-то. Ты че меня бьешь? А ну, на тебе. Еще один скелетон-лучник. Так, инвертарь, мне надо что-то починить. Дым. Все, красавчик. Красавчиком стал, хоть крести. Все, я понял, да, можно это. Накнякал тут всякого. Давай, открой дверь. Зайди. Бей всех, кого видишь. Не стесняйся. Ты как смел? Это мне совсем не надо. Ваша магия. О, повышение, стой. Тыц. Магия, зачем? Ловкость, живучесть. Сила, ловкость, живучесть. На живучесть уже не хватило. Четвертый уровень. Отлично. Так, смотрим, идем дальше. Ой, ящичек. Достань, открой. Золотишко. Так, это вот вниз можно будет идти, да? Но мне еще рано вниз. Так. Что тут, двери нету? А дверь с другой стороны. Я еще, как говорится, тут не все обшарил. Чтобы уже вниз топать. А, там тоже стена. А я все сквозь стены хочу ходить. Всех убить. Кто там в меня стреляет? Пойди сюда. И ты хочешь? И ты хочешь? Отсюда еще кто-то. Не, с одного удара таких, как ты, разбираю. Золотишко упало. А как сюда попасть? Какие-то странные маневры, подожди. Че, типа двери нету? Должна быть дверь. Как же без двери-то? Не понял. А что за комната, в которой нету двери? Странно, то ли я что-то не так не туда смотрю, что, кстати, не исключено. Так, книга свят заряд, святой заряд. А это куда? А это на уровень. А это я сюда пришел, понял. Не,
Не. Что, будем драться? Кто следующий? Всех убью, один останусь. Сюда иди, лучник. Ой-ой-ой. Чуть не это, не забыл, что лечиться надо. Это было бы прикольно. Они мне опять уже что-то поломали. Сюда иди. Бесконечные толпы врагов. Рома. Да я понял, что тебе не влазит. Сейчас разберемся. Одежда. Так, инвентарь. Надо что-то выбросить. Палка вот эта мне нафиг не нужна. 11.24 плюс 17.20. Частая атака. Нужно 18 силы. Выбросить. Подожди, так этот получше. 26. Не, не получше. Или... Сейчас 26. 26. Не, этот по-любому выбрасываем. Что за роба? Роба. Так, броня 6, прочность 7, 18 неопознанно. А это что? Броня 5. Броня 6. Не, это выбрасываем. Тдыщ. Чё на мне не отображается столь красивая фигнюшка. Золотишко, давай. Забирай его. Че, я зря сражался, что ли? А вот это вот сейчас полезная штука упала. Где она там? Убивай их всех. Лучники эти долбанные. Не. Хорош. Это что за синяя непонятная штука? Не. Догнать, убить. Помиловать нельзя. Так, что там вот это, да? Шапка моя сломалась. Или почти сломалась. Повышение уровня, отлично. Даля, я ее только одел, а она уже это. Топор 2.10. Выбросить. А, не, подожди, куда выбросить? Это не тот топор. Мы таким не пользуемся. Поставь, пожалуйста, назад. Так, закрой свои характеристики. Молодец, что левелап сделал. Ну, сколько вас тут? Супостатов таких. Щит какой-то упал.
Будем надеяться, хорошим. Я тебе. И тебе на. Так, щит. Щиток. Too much baggage. Если его вот так возьму. Броня 10. А у этого? Броня 3. Ну, какие вообще могут быть вопросы? Все супер. Нема прохода, да? Вот так вот бывает. Ты там ходишь, а прохода тебе нет. Бей супостатов. Он, мне кажется, это шлем хороший упал. Выглядит как металлический, а не тот капюшончик, который у меня. Только выглядит. Броня 1. Броня 4. Нет, такое нам не надо. Спасибо, сами носите. В принципе, вот это тоже можно выбросить. За ненадобности. Too much baggage. Too much baggage. Что за роба? Такая же самая. Не, спасибо. Спасибо, покушали. Как мне в эту комнату попасть? А, вот дверь. Проходите. Проходите. Ууу, сколько вас тут, господа. Вот только вы не с ним связались. Иногда с одного удара валит это. Ой, какой-то желтый. Золотой. Дохлоок. Видите, что это босс. Чё ты никак не умрёшь? Умер. Да понятно, что. Нам, собственно говоря, и не нужен его лук. Нам некуда его ложить. Так же ведь? Так, напиток маны нам тоже не нужен. На всякий случай надо сейчас выпить. Во избежание. Ты зачем меня вот это стреляешь там? Чумазый, а ну поди сюда. Хорош. Сундук. Уловка такая, да, у вас? Сундук открыл. В эту самую поймался. Ну ладно, ладно. Так, я не знаю, кажись, тут все прочистили. Кап, зачем ты его взял? Что за кап? Выброси ее. Выбрось, чтобы я ее не видел. Так, там мы были. Возьми. Там мы были, тут мы ходили.
Поэтому идем туда, где еще не были. Ну да, мы и тут ходили. Какие к нам вопросы? Вот это двери, не? Нет, это не двери. Значит, давай сюда. Мана нам не нужна, сундук. Плащ. Что за плащ? Какая у него броня? 2, 6. Выбор очевиден. Лук можно выбросить. Топор. 4, 12. Прочность. Ну это двуручный, да? Вот почему, кстати, не пишут, что он двуручный? Тут без разницы, да, в какую руку. То ли в правый щит меч в левой, то ли в левый щит меч в правой. Так, и что, как нам сюда пройти? Ух, сколько вас тут, братва. Давай, бей его. У всех бей. У всех. Так, свиток лечения. Свиток лечения. Допустим, вот так сделаем. Пускай будет у нас несколько этих свитков. Походу с этого крыла все. В эту сторону тут уже нету, да, прохода? Да, надо другим путем оббегать. Ой, золотишко завалялось. Теперь вот сюда вниз. Че он? Не показано, что он открыт. Вот так должно быть. Или то просто у меня глюны такие. Так, а вот тут, кстати, доложу я вам, сидит один чувак, которого называют мясник. Собственно говоря, за которым я сюда и пришел. Малый меч. 2, 6. Сейчас мы найдем ему применение. Ой, сколько вас тут, вот зачем я сюда зашел. Бей их всех, чувак. Это прекрасно, что вы мне левел ап сделали. Так у меня уже практически нету ничего. Не. Это комнатушка такая серьезная. Убей его. Прям вся в вражинах. Так, кстати, можно сохраниться. На всякий военный. Так, уже 6-й уровень. Что бы это ни значило. Что, ничего не упало красивого, да? Только кучу зелий лечебных потратил. О, упало зелье лечебное, это хорошо. Напиток исцеления. Восполняет здоровье, клик применить. Так, напиток излечения, это исцеление.
Ту-ру-ту-ту. Что за ужасы вы мне показываете? Появился на свет. Напиток маны, спасибо, но как-то без него. Пока что. Опять маны. Зачем мне напитки маны? Дайте мне напитков нормальных. Святой заряд. Книга лечения. Стиганка или стеганка, это может быть хорошая штука. Потому что у нее броня 7. Подожди, у этой штуки сколько? 6. Ну, не то, что прям аж сильно, но получше будет. Да вот эти книги, я их... I can't use this yet. Не могу их юзать, да, тогда выбрасываем. О, ты что тут ходишь? Щиток, что за щиток? Броня 5, броня 10, выбросьте. Так, и насколько помню, там мясник сидит. Но я что-то выгляжу каким-то слабеньким еще для него. Есть у меня такое ощущение. Не. Роба полосатая. Выбрасываем. Сила приходит ценой мудрости. Вот это да. А это что за пузырек такой? Интересный. Малый меч. Огненный болт. Так, набрался свитка, свиток лечения. Свиток опознания, свиток лечения, портал города. Вот это, кстати, неплохая штука. Пополнение жизни ману. Ну, в принципе, у меня есть зато эти. Как оно? Чем лечиться? 2-6. 1-8. 2-6. Я, наверное, с вот этим пока похожу. Он мне внушает доверие. Я к тому, что я сейчас, наверное, пойду попробую сразиться с этим чудиком. Проиграю и пойду дальше качаться. Или же наоборот, открою портал в город. И потом вернусь. Так, сохранимся. Давай, фреш мясо. Ты меня больно сразу ударил. Мясник. Есть сопротивление к магии. Лупи его. Блин, не вижу его жизней. Но я надеюсь, что он когда кричит, это значит, я попадаю в него. Spirits of the dead are now avenged. Это значит, что я его убил. И что, с него даже ничего не упало? Взял мне шлем, поломал. Что за человек?
Хорош. Все, тут больше его нету. Ну, не его, а... Куда можно уйти? По идее, я все прошел. Можно переходить на нижний уровень. Или же смотаться в город. А зачем мне в город? Что мне там надо в городе? Получить награду за победу? Так, хорошо, ребята, спасибо, что смотрели, ставьте лайки, оставьте комментарии, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока-пока.